Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Конец 23-го года приближается, и вот в Эстонии самая большая проблема – это не наша падающая экономика, не за небесные цены энергоносители, там не банкротящиеся фирмы, это всего лишь деньги. Самая большая проблема в Эстонии – это образование. Учителя не выдерживают этой нагрузки. У нас очень стрессовая вообще ситуация в Эстонии. И, конечно же, это отражается и на педагогах, на детях. Учителя уходят. В русскоязычных школах, которые на следующий год должны полностью перейти на эстонский язык обучения, эта проблема вообще катастрофична. И вот учителя уходят, а на их место приходят алкоголики, таксисты, журналисты, визажисты. Нет, я ничего не имею против этих людей. Среди моих знакомых есть целый ряд хороших людей, алкоголиков, и таксистов, и журналистов, и визажистов. Но зная реальный уровень владения эстонским языком некоторых из них, я очень удивляюсь, что как они вообще будут преподавать на эстонском языке, да, какие-то там специальности, предметы русским детям. Но это же просто маразм, это же не образование. Единственное, что в этой ситуации успокаивает, что теперь уберите детей от экранов или заткните им уши, да, дети, закрыли уши, что нахер не усралось никому это образование. Единственное, чему надо детей обучать, это не бояться работать, саморазвиваться, самообучаться, не бояться творчески развиваться, реализовывать себя, какие-то идеи, не бояться придумывать что-то. И вот это то, что в жизни наверняка пригодится. Насколько вы поняли, сейчас будет песня про образование. Маленькое пояснение, там в припеве, скорее всего, многим людям, которые с Эстонией никак не связаны, будет непонятно, о чем это, но я не могу ничего пояснять, потому что мне достаточно уже двух судебных дел, с которыми я сейчас разбираюсь, и третьего мне сейчас, ну, совсем как бы не хочется, поэтому если кто-то в комментариях будет что-то пояснять, то вы делаете это на свой страх и риск. Я ничего такого не имел в виду. Мы эстонский алфавит дружно начали учить в детском саде, в детском саде, в детском саде. И эстонские слова, похуй, нахуй, ти, бла-бла, в хороводе дети дружно напевали. К четырем прибавить два не умели никогда, хоть учились в третьем классе, и по-русски песни петь нам не можно будет впредь, но орать мы и сама должны в экстазе. У-у-у, му-му-му, а-а-а. Восток нельзя глядеть, самый страшный зверь медведь. Это каждый школьник знает. И когда душа болит, тюраверзе мой не вид, это всякий хуторянин понимает. Школа кончилась, и вот из гимназии народ поступает в институт и поступает. Но в науке нифига нет эстонского языка, а английский с русским каждый третий знает. У-у-у, му-му-му, а-а-а, и сама. У-у-у.
Начинаем мы учить и китайский, и еврит, чтобы в жизни без работы не остаться. На эстонский алфавит сюэю пора забыть, чтоб тебе в Эстонии не попираться. Нам эстонский алфавит слово надо позабыть, украинцев будет больше, чем эстонцев. Мы, конечно, победим и культуру сохраним через сотню лет для 30 чухонцев. У-у-у-у. Му-му-му. А-а-а. И сама. У-у-у-у. Герасим утопель му-му. Чтоб от парни не получить пизды. У-у-у. Герасим утопил му-му. У-у-у. Чтоб от парни не получить пизды. Как-то так. Учите эстонское языка, аккурат. Может быть, когда-нибудь, где-нибудь, кому-нибудь оно вообще пригодится.